Мы же с вами знаем, и всем хорошо известно. Вот поверьте мне, это из жизни. В США не верят судебной системе. Это же поляки закрыли. Но вот то, что в Штатах происходит, Европа не должна получать газ. Но для Европы-то это еще хуже. Ведь Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Это я здесь ничего не накручиваю, ничего не придумываю. Вы сбрендили совсем, что ли? У нас все получается. Тупые вообще, как этот стол. Мы работаем с обеих сторон. Это чушь, понимаете? Бред собачий. Вот чего бы здесь кто ни говорил. Это кто это говорит-то? Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но не мы начали эту войну. Мы не напали, мы защищались. Что ж такое денацификация? 8 лет. 8 лет. 8 лет. 8 лет. 8 лет. Нас просто водили за нос. Я сейчас не буду вдаваться в детали. Я могу точно назвать цифры. Это 16%. 240 миллиардов, 16-17 тысяч, 30 тысяч. И в 3 раза дешевле. 6400. Да. Важно не это, конечно. Вот, пожалуй, и все. До свидания.